Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Ты благословил нас прожить половину дня. Мы не знаем, чем окончится день, которого никогда еще не было во Вселенной. Благослови нас Духом Твоим Святым. По мере сил наших Ты допускаешь, чтобы против нас враждовал дьявол. Избавь нас от лукавого и от слуг его. Сохрани все, что Ты позволил нам благословенно получить от Тебя, использовать и распространять. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот мы смотри сейчас, что. Съездили у батюшки с пустым ведром, одинаковые ведра. Там сколько оно было? 700, так, 700 грамм. И рыбы ровно 4 килограмма. 813 рыбинок. Я разделил 4,95. Ну, тут 5 грамм. Рыбка одна 5 грамм. Я тебя и Вову мог попросить помочь. Мы двое считали фактически. Так обошлось. Ты хочешь, чтобы я с тобой занимался еще? Да, интересно. Ну ты понял, что надо глядеть? Ты не видишь никого, твоя ошибка. Я рядом стою, я говорю, показывай, смотри, подружай. Собака, лиса, волк. Волк приносит ягненка, и они тренируются на живом ягненке, он живой. А лиса курицу живую приносит. И она, в конце концов, делает, что надо, и они с нее берут пример. Вот мы здесь сделали, теперь надо будет съездить. Ну, после обеда здесь это. Так, себе. Посмотри, это что лежит вот это? Афганка? Афганка! Вот она где. Ты приехал, у тебя фуражки ни шапки нету, да? А ну почему? Как? У меня есть шапка. Ну, такой нету. А почему такая у тебя должна быть? Ну, мне понравилось. Ну, понравилось, у тебя нету, надо обойтись. Голову прикрыть есть чем? Просто тут козырек, уши. И уши, и все. И тут и звезда тебе. Звезда Ильича. Ильича. Он никакого отношения к этой звезде не имеет. Ильича. Масонская. Вот так вот еще вот. Вот. И ты наденешься звездой? А? И будешь ходить? Да нет, конечно. Меня камнями закидают. И сожгут. А вот смотри, ты не крепи языком. Кителя, я не знаю, на них 5 пуговок кажется. Кителя военные. И на каждой пуговке звезда. Мне это дал летное училище, но мы не военные, поэтому надо все это убрать. Погоны убрали, мы не военные, но прикрыть тело надо. Начали делать. До 5 минут уходит, чтобы напильником, а она звезда выпуклая, стесать. Потом у меня дети были, это было на храме, я приготовил разные места, как заложить там щель. Деревяшки не толстые, чтобы там продернула она, а теперь она делает, на чем она стоит, она держится за это, не дает поворачиваться ей. Все скорее, скорее, наконец у меня уходит, ну, меньше минуты, где-то около 50 секунд только, звезды нету. Тренировка. Комар на тебе летел. Так, я тебе поносить дам, когда ты уберешь звезду, а звезда, как я понял, она вот здесь вот. Вот это вот надо маленько, наверное, спороть чуть-чуть, а потом зашить. И она там, кажется, на это, на гайке. Ее нельзя оторвать никак. Можно как? Вот так вот где-то поставить? Нет, там обычно два лепестка должны быть. А лепестков нету? Нету, да? Нету. Это там внутри. Ну? Ну все, ну погоди. Но нет, я говорю два лепестка. Два лепестка? Я ошибаюсь, может я ошибаюсь, не знаю. Ну так помогите ему освободиться от нее. Да, я смогу. Вот и не один берешь. Ну разберемся, что? Ну не, разберемся, так разберемся. Ты раздерешь ее как? Можем вот так вот, как-то здесь, вот этом. На. Все, сломали. Аня. Это моя заслуга, не твоя. Сатанинский знак, отбрось. Так, я тебе даю поносить ее, не пачкай ничего, при отъезде сдашь. Постираешь аккуратненько здесь, козырек не мочить. Ты понял? А лучше подарить, Игнатий. Ты понял? Да. Все, да больше не рассчитывай. Будешь себя хорошо вести. Видишь как, сейчас он поедет еще, весит сколько рыба почищена. Это твое, знаешь, сколько кишки весит.
И когда еще высушили, сколько они будут весить? Вот это математически точные данные. Сколько будет весить в одной рыбке, сколько кишков можно? Да, да, Тихонич, вот видите? Но. Вот пятна тут. Да, да, сразу. Я вижу, вижу, да. Иначе, значит, а вы общую массу-то сказали, а? Общую массу-то сколько килограммов? 4 килограмма с кишками. 4000 грамм. Все, за стол садись. 3,5, наверное. Которые бездельники, они посмотрят, скажут, старик, с ума сошел, дебил, они ругаются, матерятся, почему они такие же. Хотя и не заступаются за своего брата. Их понять можно, у них ничего нету. Ни имени, придумали слово аватар. Он даже не объяснит, что такое аватар. Ник. А суть-то дела и дневник. Вот так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Все. Сейчас тесто более твердое. Я поеду за рыбой, а ты съездишь, взвесишь. И когда поедешь к Валентине к нашей, четвертую часть рыбы можешь отдать. Четвертую. Ей это хватит. И спроси Володю, надо или не надо рыбу-то. А не так, что она голову, если отрезать будет, голову, все вернуть нам. Ты отвезешь ей. Просили уже звонить, и батюшка мне сообщил. Все, ешьте.